Более 150 спортсменов из 4 районов Сочи и Республики Абхазия. Таков состав и география участников первенства города по тхэквондо ИТФ. Турнир провели в эти выходные в День защитника Отечества. Эти состязания долгожданные в первую очередь для самых юных спортсменов. На Даянг они выходили не столько за медалями, сколько за соревновательным опытом. Первенство города – это шанс проверить себя и повысить спортивное мастерство. Соревнования проходят традиционно. Перед большими соревнованиями для начинающих, то чтобы они здесь обкатались, посмотрели, набрались опыта на более крупные соревнования, такие как краевые, всероссийские, которые пройдут у нас в апреле. Впрочем, в турнире участвуют не только юные, но и опытные спортсмены. Арсений Хламов – чемпион Южного федерального округа по тхэквондо ИТФ. На турнире у него две задачи – на уровне выступить в спаррингах и не менее достойно оценить ход поединков своих более юных коллег. По традиции, ребята постарше выступают на первенстве в качестве судей. Знаете, в детстве выходишь на спарринг, и всегда это казалось, что это только достойные имеют право судить. И вот оттуда с детства появилось это желание к судейству. С каждым годом, отмечают организаторы, интерес к тхэквондо в Сочи только растет. Уже сегодня в двух спортивных и одной общеобразовательной школе этим видом единоборств занимается порядка 1000 детей. Помещений достаточно во всех районах города Сочи. То есть ребенку даже в принципе передвижения можно достойно и найти себе базу и заниматься вот именно тхэквондо. То есть как бы и федерация сильная, она вкладывается это во все. И то есть каждая база, она соответствует. А уже в апреле стартует важный турнир для первых номеров сборной города – краевые соревнования по тхэквондо. Состязания станут отборочными на Кубок России, который пройдет в Екатеринбурге. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».